Меня зовут Маслова Елена Николаевна, мне 45 лет. В 7 лет мне был поставлен кардиологический диагноз, был пролапс митрального клапана какой-то очень большой степени. Я как раз тот человек, который сидел на лавочке, пока все занимались каким-то спортом, и очень страшно завидовала всем. Вот. В возрасте 40 лет стало ясно, что свое сердце уже спасти невозможно. Не было никакой паники и ужаса. Я очень верила врачам всегда. Я начала ждать. Только после пересадки сердца началась моя реальная, наверное, жизнь. Потому что все, что я хотела, что я смотрела просто по телевизору, соревнования по плаванию. Мне всегда так нравились. Это медаль за то, что я переплыла Волгу. Вот это заплыв, про который я вам говорила, что... Я переплыла 3 километра воды Оки и Волги. А раньше я все равно боялась, что ли, потому что ситуация была всегда нестабильная. Сколько мне не делали операции на сердце, это всегда было временное какое-то улучшение. Временно подлатали сердце, я какое-то время живу. Потом опять операция, опять какое-то время я живу. И всегда... в общем, нет уверенности, что будет все хорошо. Сейчас у меня есть уверенность, что все.